Всем доброе утро. Я сейчас в столовой позавтракала, попила кофе. Иду на первый урок, а вечером у нас экскурсия. Я уже сделала домашнее задание здесь. Я, в общем, делаю домашку в столовой. There are two on your jacket, and you. This is, these are your arms, Giuseppe. These are your arms. Okay. Otherwise, leave. You go to a tailor. The tailor says, "Oh, I'll take your measurements, make you a suit." Okay. So you say, the tailor says you have five fabrics. What? YouTube. Yes. YouTube. Yes. YouTube. Yes. YouTube. He. YouTube. Good. YouTube. Yes. Channel. Oh, YouTube. It's the same sound as the underground, okay? That's called. Короче, в моей группе есть талантливые ребята. Они очень рады, что я ютубер, потому что они тоже начинающие. Они по-русски нифига не понимают, очень-очень улыбаются и так счастливы. В общем, возле меня стоит парень, он диджей. Диджей, yes. We are in international group. And my friend is a very famous fashion blogger, Silver Ravenna. What is your name? DJ? Matteo Randi, because... Matteo. It's my name. Они меня в пятницу приглашают в клуб под названием Яйцо. Намек поняли, да? Yes. And my friend is Kazakhstan. It's very nice. Он, по-моему, покурил. Вам не кажется? Come with us. Come with us. Stop. Stop. Jump. Jump. Angry and left very worried. Suddenly, Aziz prayed and asked, "Call that happened." What happened? Yeah. It was a nightmare. Good. Yeah. It's not real. Okay. So Carl and Aziz are still alive. Wait. Come on. The lady. Please. Gentlemen. Это второй урок. Очень мне нравится, как преподают учителя, знаете, в таком неформальной обстановке. Приветливые, прикалываются, там что-то говорят прикольненькое. Вот, и сейчас я иду на обед. В общем, суши я взяла с собой. Сейчас поем. Столовой. Красный свет. A young man placed a case of it. Two children. And at the moment to pay. Хочу пару слов сказать о школе. Я очень довольна. Мне безумно нравятся преподаватели. У них обалденный подход, очень простой, без напряга. Вы не сидите, знаете, на уроках и не боитесь, там, что вдруг меня спросят, или там, вдруг я там ступлю, или еще что-то. Вообще не переживаете, очень все спокойно. И все такие современные, прикалываются учителя на парах. Мы приехали с другой стороны, все равно выбора нет, все разговаривают на английском. Получается, английский 24 часа в сутки, ну там чуть меньше, да? Это очень здорово. Вы вообще, вы не смотрите русские передачи, вы не общаетесь с русскими, потому что здесь их реально нет. По крайней мере, я их не встречала.
сейчас едем в музей с нашей преподавательницей Ива. Ива. Hello. Вот, не представляете, такие хорошие, обучают нас с утра до вечера, еще и в музей возят. Don't touch. Yeah. Oh. Hot. Hot. So hot. О, бабочки. О, боже. Oh my god, it's hot. Yes. Look like Thailand. Yeah, yeah, yeah. У меня такое освещение синее, поэтому мы такие синие blue. Тут бабочки повсюду. Причем здесь бабочки и музей еды, я так и не поняла. Это, наверное, о, боже. Кто-то ест, люди едят бабочек, может быть. Посмотрите, какие красивые. О, о, о! Голубая. Blue. Very hot. Oh, wow. So chocolate and music. Oh. So music changes the taste. Короче, за Санда есть шоколад. Вы слушаете музыку? Не понимаю, в чем прикол. Если честно. Здесь нужно есть шоколад. Это понять, хочешь, не хочешь. Короче, нас разули и будут сейчас делать нам вот эти кресла массаж. Нам сказали разуться, снять одежду, надеть наушники и смотреть в этот экран. В общем, я поела шоколад и сейчас еще будут над нами издеваться. Я даже не представляю, что это будет. Представляете, вы сидите на кресле, вас массажируют, вот так мнут и по телеку показывают, как будто бы вас глотают, и вы просто по кишечнику в желудок спускаетесь, и вас со всех сторон мнут, и создаются такие звуки в наушниках, такие, что там, отрыжка там, он жует, и слизь как будто бы, в общем, как будто бы вас глотнули, проглотили, помяли, прикол вообще полный.